Приветствую всех на своем канале YouTube Иван Роган, радиоприемник Грюндик, сигнал 700, средние волны, настроен на частоту 1413 кГц, средние волны. Вилки купите для снятия политической лапши. Да даже бизнесменам не надо быть, чтобы понимать, что происходит. Прием на магнитную антенну. Морализации, новой морали, оправдания каким-то определенным шагам. Переворачиваю приемник. В Евросоюзе. Капитализм как таковой, он умирает в Евросоюзе. И Трамп на самом деле, когда говорит, что опасность исходит от вот этих социалистов, от этих либералов, что они убивают самое важное, что было при капитализме, это энергия предпринимательства, индустриального развития в гарантии благополучия в виде рабочих мест. Вот что самое главное было. Гарантия рабочих мест – это конкуренция. Не будет здоровой конкуренции, не будет гарантии теперь рабочих мест. Теперь начинается волшебство. Вот она форма капитализма. А мы в советское время все время говорили, ух ты, вот правильно говорить о человеке. Мы продали эту... Как видим, просто поднес свое устройство волшебное. Украинцы работали официально на территории государства, как это было в Польше. То государство имеет право лоббировать свои интересы в Брюсселе. Катушка намотана. Вращаем ручку КПЕ. Частота приемника Грюндик 1413 кГц. В рамках закона абсолютно естественно логическим действием ничего не нарушается. И смотрит, чтобы это было в рамках закона. Если нет, он говорит, вот здесь вот давайте отправить какую-то комиссию на рассмотрение этот вопрос. Если мы скажем, что это нарушает закон, тогда мы просим остановить переговоры в данном русле. Ни больше, ни меньше. Радио Молдова. Если да, будет большинство, тогда можно сказать, что действительно проект Брюссель состоялся. Национальных интересов, которые будут от Лиссабона до... И на этом фоне, конечно же, я говорил, что я Польшу перекинусь, я смотрю на часы, у нас не так много времени в этом получасе. Буквально полторы минуты. Целых полторы минуты. На этом фоне я... Положительная обратная связь. Эффект микрофона. Предпочтение европейских законов. То есть как таковую и Польшу, и Румынию, и Болгарию нужно вычеркнуть из председательства. Не 100% заказуха, притом заказуха. И где же Радио России? Я...
территорию. Единый час, уже через несколько минут, пока я напомню наши координаты, если вы хотите подключиться к обсуждению, вы можете Радио Молдова. Вот такой. 7903-176-363. Вайбер. Также вы можете написать смс-сообщение, для этого есть короткий Радио России. Радио Молдова. Не хочу, чтобы гудело. Перехожу на батарейное питание приемника. Теперь питание грюндика от батарей. Помех меньше. Небосфора, представленных боевым государственным наградам. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны. Вести. Радио Молдова. Справочник не практически все у себя обнаружил, но если что-то тревожит... Микрофон. Советское государство решило установить звание заслуженного мастера спорта. Радио России. Выдающимся мастерам активным строительством.